Сейчас отпилю крышечку на коптильню. Сделал, кстати, разводку у пилы. Еще подточил. Посмотрим, лучше будет, нет, пилить. Не, нормально вообще, сейчас она пилит быстро. Готовенько. Надо бы еще осину найти где-то. Осиновых дров напилить на коптильню. Коптить буду на осине. Как вроде как на осине и на ольхе коптят. Ну, что-то это же ольха, не знаю, как выглядит, надо посмотреть хоть в интернете. На осине покоптим. Так что так вот. Барахлишка тут накопилась, обрезки всякие, сейчас перепилю на дрова. Сейчас попью чайку и пойдем пилить дрова на коптильню. Покоптим рыбки. Слышите? Капец, шум какой-то. Раньше просто гул был от завода. Здесь завод километра два доносился гул. А сегодня вообще какой-то шум, я не знаю, что там происходит. Первый раз такое. Как будто там самолет, вертолет приземлился. Капец. Вот тебе звук природы послушаешь тут с такими этими шумами. Летом куда-нибудь подальше забуримся, чтобы никаких этих гулов не слышно было. Раздражает аж. Приходишь в лес отдохнуть от этого шума городского и серного. Вот, затихло вроде. Так что ждем весны и будем копать еще одну землянку, уже более качественную, где-то подальше. Да.
Наловил я вот маленько скумбрии, три рыбки. Да шучу, магазинская, конечно. Сейчас закоптим. Не знаю, как-то это, неохота мне ловить рыбу, жалко почему-то. Всех зверушек жалко что-то, даже рыбу. Хотя понимаю, что если никто не будет ловить, на охоту не будет ходить, убивать животных, то они расплодятся, и потом корма им не будет хватать. Как бы это естественно, что отлов рыбы, истребление животных, это как бы порядки вещей. Ну, не знаю, пусть другие ловят. Я готовые куплю в магазине, да и все.
не знаю, потом, может. Потом, может, и наловим своих, закоптим. Сейчас насажу ее на палочке, на палочку. И будем засовывать в коптильню нашу. Вот и штопор пригодится. Я думал, никогда не пригодится. Вот так вот, друзья, скумбрия горячего копчения нам обеспечена. Класс. Все работает. Столько мучений с этой коптильней. А не получалось по моей же глупости. Сейчас покажу. Я сделал трубу слишком низко. Она, получается, была прям у самого дна. А когда переделал повыше, вот, чтобы она вверху была, тогда сразу тяга появилась. То бишь, надо выше делать. На уровне земли, получается, на уровне дна печки. Плохая тяга. Ну и плюс возвышение, вот это тоже очень помогает, играет роль огромную. Так что вот так, ну ничего. Учимся на своих же ошибках, как говорится. Без этого никак. На будущее. Сейчас, наверное, повырезаю разделочную доску, надо сделать тарелку. Сейчас, наверное, вырежу что-нибудь, тарелочку или разделочную доску сделаю. Пока коптится.
Из этого полежка попробуем сделать разделочную доску и тарелочку под рыбу, такую длинненькую. Тарелочку не получится сделать из этой полежки. С трещиной оказалось на дрова. И это тоже с трещиной. Вот. Разделочная доска. Трещинка немного не глубокая. Пойдет. Тарелку из другого сделаем тогда что-нибудь. Вот досочка получилась. Сейчас брашировку огнем произведем, то есть обожгем, ворс уберется, ну и более сказочный такой вид будет. Решил необычной формы маленько сделать, стандартные квадратные как-то неинтересно.
Вот такая простая получилась разделочная досочка. Нормально. Резать там что-нибудь. Порезать можно, положить, поставить. Тарелку. Тут неохота сегодня делать, потом сделаю. Темнеет уже вечер. Сижу, просто любуюсь, как горит костер. Уже полчаса, наверное, сижу просто так. Хорошо в лесу так. Отдыхаешь. Костер горит. Следующие землянки. Сделаю место отдыха такое. Пятачок там. Огорожу, ну, выделю. Вот сижу, придумываю, сделаю коптильню, тоже нормальную, мангал, гриль, беседочку там какую-нибудь сделаю, чтобы можно было сидеть, просто наслаждаться природой. Готовить на костре. Классно будет. Здесь как-то все равно рядом с городом не то. Завод гудит. И в напряжении. Но сейчас ли зимой не так. Летом все время напряжение, думаешь, что кто-нибудь где-нибудь ходит. Какие-нибудь грибники, не грибники. За дровами там, может, кто. Надо такое место, чтобы расслабиться можно было. Земляночку большую сделать. Сауну. Баня или сауна что-нибудь. Прям в землянке. Комнатка будет отдельная. Короче, жду весну с нетерпением. Планов много. Ладно, наверное, снимать буду. Давно стоит. Посмотрел, там уже вроде отслаиваться начинает. Наверное, готово уже. Только вот я не учел, что она. Ее надо было засолить перед копчением. Не соленая, будет капец, наверное. Ладно, попробуем сейчас. Ну, попробуем. Ой.
Прокоптиться прокоптилась точно. Вкусненько. Хоть и не соленая, но все равно вкусненько. Не горчит, ничего, нормально все получилось.